Так, сейчас вот я вижу, что уже набирается народ. Привет. Трансляция только для девочек. Всем мальчикам вообще уйти из перископа срочно. Привет. Потому что я вам... Ну и, конечно, и зашли только мальчики. Я вам сейчас покажу способ нанесения теней. Та-дам! Значит, смотрите, это специальные пластыри, которые вот так вот клеишь для того, чтобы, когда красишься, не выходить за пределы той зоны, которую хочется накрасить. Вот смотрите, как происходит дальше. Вы же все время просите про макияж. Я сейчас в честь праздника Дня Святого Валентина, которым, честно говоря, все так достали в Инстаграме, вам демонстрирую, какой можно сделать вечерний макияж, чтобы сегодня вечером быть самой красивой. Арабский. Арабский сегодня будет именно макияж. Oriental. Смотрите. Я читать, естественно, не могу вас. Могу только... Похоже на китайца? Ну, практически, да. Любимый парфюм я не могу рассказать. Потому что это секрет. Арабская четверка. Получается. Вивета, ты видишь... На что я иду ради своих подписчиц, которые меня постоянно спрашивают, как делать макияж. Румяна, какой фирмы у нас? Это корректор Makeup Forever. Makeup Forever, вот смотрите. Вот. Двойной. Открой. Вот. Вот этим корректором очень круто подчеркивать скулы. Ты не расскажешь про парфюм, потому что ты единственный человек, который про него знает. Я убью тебя, если ты это сделаешь. Я собираюсь на съемку. Корректор Makeup Forever двойной, темный и светлый. Я вам уже показывала, вот смотрите. Сделали? Я уже вижу, сделали скриншот. Со мной только скриншоты не делайте, что я с этими ленточками. А то завтра скажут, что у меня какая-нибудь проблема. А я вам просто показываю. Теперь я буду румяна, лошен. Ну да. Давай. Спасибо за поздравления с праздником, ребят. Но я вам хочу пожелать, чтобы вас любили каждый день и баловали и радовали каждый день, не только в день Святого Валентина. Потому что я считаю, что мужчина должен уделять внимание и дарить свою любовь, ну, впрочем, как и женщина, своему любимому ежедневно. А я вам сейчас я сниму вот эти штуки, я вам дальше расскажу про Майк. Цветочки, да, уже прислали с утра. Нос. Только не сильно. Угу. Привет, Ростов. Ну что, немножко подчеркнули. Лен, покажем? Покажем тебя? Нет, покажем меня. Нет, не хочешь поздороваться с друзьями из перископа? Ленка прячется. Вот так могу сделать. Нет, я недолго крашусь, но я просто сейчас вам рассказываю, как это происходит. Вот смотрите. Та-дам! Оп! Вот так арабки все красятся. Видите, какая линия получается? А здесь потом кладешь вот так консилер, и у тебя идеально ровная линия макияжа.
Не больно. Что-то не очень. Думаешь? Ой. Не очень, да? Ну так сейчас же, видите, какая штука здесь осталась? Потому что у меня здесь уже накрашено, а здесь еще нет. Я же говорю, слабонервным не смотреть. На самом деле это чисто для девочек трансляция. Это может ранняя стадия чего? Килли, нет, не нравится. Ну, не то, что не нравится, на ком-то нравится, на мне не нравится. Потому что... Лена, как? Сейчас нужно замаскировать вот эти вот штуки все. Про прически я же уже сделала трансляцию, ребят. Смотрите, пока вам расскажу про тоналку. Вот это светлая тоналка Bobbi Brown. Нравится, Светка? Смотрите, а вот еще есть очень хорошая Makeup Forever. Тоже прикольная. Пластырь кожу, ну, не растягивает, я думаю. Хорошо смотрится? Ну, если сейчас вот эти штуки мы замажем, то будет вообще отлично. Губы я практически не крашу карандашом. Но сейчас чем-нибудь накрасим, я покажу вам. Да, вот это хорошее. Потом я хочу, вот смотрите, если глаза близко посмотрите. Смотрите, вот это очень крутой пигмент MAC. Очень красивый. Цвет называется ваниль. Очень советую. Прям вот видите, как красиво ложится. И, ну, это вообще одни из лучших теней, в принципе. Такие, если перламутровые брать. Вот. Подводка. Bobbi Brown. И вот, кстати, про брови вы спрашиваете. Можно Анастасия Беверли Хиллз, я пользуюсь карандашом. А есть Туту, вот такая профессиональная косметика корейская. И здесь три оттенка для того, чтобы накрасить брови. Оп. Видите? И как раз можно варьировать цвета в зависимости от того, как красить. Ну, потемнее, посветлее, как вам хочется. Лак для ногтей черный. Самый лучший Фиджеральд, но он запрещен в Дубае, он только разрешен в России. Поэтому здесь каким придется, таким и красим. Как называется что? Как называется цвет? Для бровей штука называется Туту. У меня парфюм не стойкий, но он настолько мой, и у меня полное ощущение, что это я так пахну. Почему запрещен? Мне кажется, что он потому что очень стойкий, он содержит какие-то консерванты. Черным лаком нельзя красить девушкам, а парням можно? Почти такой же свадебный макияж сделали. Ну да, у меня же свадьба. Мне кажется, для румяна? Ну, смотря какая свадьба, Лен. Когда третья свадьба, то уже нормально. То можно просто смотреть. Как черное коктейльное платьице. Волосы я нет. Обесцвечиваю не пудрой. Немножко делаю эмалирование на свой цвет. За кого выхожу? Ничего такого, вам понравится. За кого вы ходите? Ребята, мы про косметику сейчас говорим, а не про мою свадьбу. Это будет отдельная трансляция. Со свадьбой. Так, ладно, мы продолжаем, да? Давай. Вот смотрите, что теперь происходит. Моя девочка-красавица удаляет мне вот эти следы, которые под глазами остались, потому что тени ссыпаются, когда красишься. От пластыря след. И теперь консилером нужно все это дело убрать. Вот видите, без фотошопа. У меня нет синяков под глазами. У меня даже еще нет ничего под глазами. Это для тех, кто все время пишет про фотошоп. Thank you.
Ты знаешь, молоко реально сворачивается. Это было правда. Значит, дело было не в кофе. Да. Значит, я сегодня пила кофе со свернутым молоком. Но это говорит о том, что оно было свежее, кстати, неплохо. Да. Мне тут рекламировали молоко и сказали, что тут самое вообще вкусное молоко. Да? Кто же его дает, это вкусное молоко? Корова! Откуда здесь корова? Здесь только верблюды. Спасибо за пожелание хорошего дня. Карандаш для губ Mac Spice. Если вы о том карандаше, которым я обычно пользуюсь. Какой консилер? Вот он. Тоже Makeup Forever. Консилер Makeup Forever. Успеваете? Продолжаем разговор. А вот сгущенное молоко не свернулось. Сделай мне кофе, пожалуйста, тоже, Зай. Со сгущенным? А спрашивает Алена, кудри мне будет крутить? Но если я ее хорошо попрошу, то будет. Нет. Нет? Сегодня Лена не может крутить. Ничего. Почему? Воскресенье, отдых. У нас рабочий день, дорогая, сегодня мы в Дубае. Вот такая подружка, знаешь, сучки-подружки. Вот это вот это про нее. Она говорит, сегодня я не могу крутить. А придется. Зачем? У тебя все красиво на голове. Зачем? У тебя там есть кудри, кстати, тоже. Пудру. Сейчас покажу. Это Makeup Prime, завершающая пудра, которая фиксирует хорошо тональный крем. Сейчас покажу. Ну, давайте я вам не саму пудру покажу, я покажу вам крышку. Если со сгущенкой, то не клади. Просто сгущенки побольше. Вот эта пудра, ну вы 100% ее знаете, она прозрачная, бесцветная, она просто удаляет жирный блеск и хорошо фиксирует. Столько скриншотов, у вас будет столько фотографий моих левых вообще. Сделайте перископ про кудри от Лены. Мы уже делали перископ от кудри про кудри. От кудри про кудри. Какой фирмы? Подводка для бровей. Пересмотри трансляцию. Я уже говорила до этого. Трансляция будет висеть сутки. Снизу. Будем глаза снизу красить? Ну, мне кажется, так красиво. Да? Ребят, дайте совет. Я никогда не крашу снизу глаза. Стоит попробовать или нет? Лен, как думаешь? Ну, сейчас посмотрю нормально. Я не через камеру. Так красиво, да? Красиво. Ну, я бы, может быть, сделала. Для разнообразия? Да. Но у меня немного грустный взгляд получится. Ты как думаешь? Чуть-чуть, там все равно, чуть-чуть или не чуть-чуть, не играет роли, да, меняется форма. Хотя мне хочется вроде. Мне вот здесь хочется тебе прям сделать. Внутри? Нет, не внутри, снаружи, но вот здесь, оно прям просится. Вот здесь вот продолжение вот этой, да? Тень есть, и я бы ее доделала. Стоит. Какой кофе пью? Да какой придется, растворим. Дома у меня кофемашина вообще стоит. Да, да? Ну что, идем на эксперимент. Делаем внизу мне. А вдруг некрасиво будет? Вы не будете мне писать гадости? Я хочу, чтобы вы меня сегодня хвалили. У меня очень романтичное настроение. У меня сегодня удачный день с самого утра. Да? Будут глаза меньше? Почему? Делаем. Любимые рестораны, потом поговорим. Сейчас про косметику речь. Ну что ты пристал со своими ресторанами? Нет, нет, да, нет. Больше будут, меньше будут. Красотка, оставь. Вы с Киркоровым вместе, конечно. Всю жизнь надо попробовать. Так я попробовала уже все, по-моему. Надо, а то вид как будто заплаканы. Так я плачу от счастья. Итак, отлично, нет, нет, делаем. Масками пользуюсь. Да, делай ты откуда. В общем, что только не пишет. Шпагбаум, откройся, пожалуйста. А кофе? А можно, кстати.
за тебя поставила аккуратно. Спасибо, дорогая. Ты очень добряк. Да, крик души. Как фамилия? У кого? У меня? Виктория Лупырева. С нижним веком макияж смотрится более гармонично. Думаете? Заберите меня к вам, приходи. Про духи не скажу. За что? Хоть режьте меня, не скажу. Маникюрный чай. Внутри только столько советчиков у тебя, ты понимаешь? И внутри подвести, и не подвести. Можно оттенить немного светло-коричневый. Будущая фамилия, я не буду менять фамилию. А где он? Почему в разных странах? Так бывает. Я привыкшая. Long distance relations, это для меня. Так, глаза будем. Ладно, давайте накрасим глаза. Фиг с ним. Эксперимент. Наверное. Да. А знаете, кто мастер-класс делает? Вот эта прекрасная девушка. Ну, представься. Меня зовут Кума. Я не очень люблю вести перископы, у меня как-то не очень получается. Но зато у тебя хорошо получается мейкап делать. Прикольно. Ну как вам? Нравится? Кима. Кима, ты откуда? Она Кума. Ну как вам? Получше? Красиво. Про шампунь потом расскажу. Давайте сегодня про мейк. Отлично, лучше, супер, очень красиво, хорошо, глаза стали больше. Почему так мало сердец моим большим глазам? Хорошо, да? Точно не хуже. Кто делает так комплименты, Зай? Точно не хуже, это не очень звучит. Для меня в мейкапе это очень важно. Мне хуже? Лучше даже. Красиво-красиво. Линзы не ношу, нет. У меня очень чувствительные глаза, и я не могу. Но зато сразу так видно, что у меня светлые глаза. Людям очень часто кажется, что у меня темные глаза. Особенно, когда черный мейкап. А сейчас видно, что светлые. Летать. Вам нравится? Ну, давай в губы в конце. А ты будешь какой-то хайлайт добавлять, да, на скулы? Кстати, хайлайт на скулы это очень важно. Очень прикольная штука. Да, девочка очень хорошо макияж делает, это правда. Я потом поделюсь в Инстаграме ее контактом. Только потом у тебя на меня не останется времени. Обещай, что я всегда буду в приоритете. Всегда. Я всегда у нее в приоритете. В скулу делали Makeup Forever. Двойная штука. Темная и светлая. Сейчас хайлайтер, это такой фирмы Бека. Жидкий? Он долго держится и мерцание. Давай. Суперский.
И ты его наносишь, а потом кисточкой растушевываешь, да? Да, придавливаю. Мак у меня, по-моему, Румяна Фрост, если я не ошибаюсь. Такие персиковые. Я худая? Звучит как комплимент. Спасибо. Она только в Дубае работает и в Казахстане, да, еще? Но это для съемки. Повседневно немного полегче все-таки. Спасибо большое. Можете вот так вот показать на свеках. Смотрите, как у меня блестит. Видите? Вот такой макияж получился у нас сегодня. Так, в общем, что мы вам еще не показали и не рассказали? Скулы выделяете, берете кисточку и темным вот так вот делаете и темным проводите. Соответственно, сюда наоборот делаете хайлайтер, который блестит. Но вот сейчас видно на свету. Ладно, я потом еще к вам зайду, когда мы уже все закончим до конца. Мои красотки. Будьте красивы и любимы, потому что быть любимой – это самое важное для каждой девушки. Ай.